Химках провели очередное заседание общественной палаты. Совещание начали с приятного события. Вручили присутствующим удостоверение членов общественной палаты. Заветные корочки вручил советник главы Сергей Малиновский. В этом году вместе с удостоверением выдали и брендированный значок. Мы уже имеем брендированный знак, который мы переложили, соответственно, значок. Я думаю, что он будет очень уместно смотреться не только у мужчин на пиджаках, но и в наших прекрасных дам. Главная тема повестки – обсуждение планов на ближайший год. В составе общественной палаты сейчас работает 10 комиссий, которые курируют самые разные сферы жизни округа – культура, образование, транспорт, ЖКХ и другие. Общественники должны работать в тесной связке с жителями, выявлять проблемные моменты, а потом решать их совместно с администрацией. Общественная палата – это такой орган, который занимается мероприятиями общественного контроля. Это общественный мониторинг, общественная проверка, общественные слушания. Эти общественные мероприятия, они призваны показать властным структурам, где у них ошибки, и направить их работу на те существенные недостатки, которые увидели общественники. Проверка магазинов на предмет просрочки, мониторинг доступной среды для инвалидов, контроль уборки – только некоторые из мероприятий, которые проводят общественники. Отмечают, чтобы результат был лучше, необходима системность. Кроме того, что есть локальные мониторинги, которые мы проводим, хотелось бы еще выйти на уровень долгосрочных проектов. План мероприятий на год был принят единогласно. Совсем скоро общественники начнут его реализацию.